На крыше дома номер 2 на подмосковном бульваре начался демонтаж самовольно организованной зоны отдыха. Курорт в 18-этажном корпусе в Павшинской пойме – дело рук жильцов одной из квартир, сообщает Госжилинспекция области. По данным ведомства, были срезаны несколько поперечных балок, укрепляющих конструкцию крыши. Разрешительная документация на данную реконструкцию собственникам предоставлена не была. Общего собрания собственников на эту тему не проводилось. Помимо того, что это само по себе грубейшее нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которому кровля многоквартирного жилого дома является местом общего пользования, самодельный курорт может представлять опасность для всех жителей данного дома из-за вмешательства в конструкцию. Кроме этого, при сильных порывах ветра, которые отнюдь не редкое явление этим летом, катки с деревьями и пластиковая мебель могут полететь людям на головы, а также нанести ущерб личному имуществу граждан. Подобный случай не первый в Красногорске. Год назад в доме на улице Ленина по требованию ГЖИ был демонтирован аналогичный незаконный курорт. Тогда с крыши высотки сотрудникам управляющей компании пришлось выносить цветники, душевые кабины, диваны и разбирать импровизированный сад-огород.